Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале, и сегодня у меня, коллеги, грустная новость. Эх, расплавилась моя замечательная, любимая желтая расческа. Смотрите, вот если вам видно, вот видите, у нее зубцы, видите, расплавились. А это, коллеги, знаете из-за чего? Из-за того, что я, к сожалению, не соблюдал технику безопасности, чтобы не расплавилась моя любимая расческа. Да-да, к сожалению, но данные расчески могут тоже плавиться. Значит, смотрите, коллеги, чтобы такого не было, чтобы ваши расчески не плавились от высоких температур, к сожалению, вот такие расчески, девятирядки, они могут... расплавится, если у вас сильно жарит фен. Мой фен очень сильно жарит, и расческа вот эта, к сожалению, не выдержала. Поэтому, что касаемо USPark Professional, расчесок 9 рядок, да, что касаемо там брашингов USPark Professional, что касаемо вот таких 9 рядок, да, когда вы сушите волосы, старайтесь вот на таком расстоянии держать фен, ну, где-то вот так. Почему? Потому что, во-первых, это для расчески не будет так травмоопасно, ну и не будет, собственно, также травмоопасно и для волос наших клиентов. К сожалению, видите, у меня произошло вот такое вот ужасное ЧП. Зубцы у меня расплавились. Бам-бам. Вот так вот. То есть я, видно, сегодня сильно, достаточно близко приподнес фен к щетке, и у меня она расслабилась. К сожалению, вот так хочу поделиться с вами вот такой печальным событием хочу с вами поделиться. И очень сильно расстроился. Представляете, как теперь некрасиво все это дело выглядит. Вот. Поэтому, коллеги, когда вы сушите, всегда держите вот такое, еще раз повторюсь, не поленюсь и повторюсь, вот такое расстояние. Иначе, к сожалению, инструмент просто-напросто спалите. Конечно, еще есть такой момент. Если вы, когда сушите и вы используете то холодный воздух, то горячий, то, я думаю, такого не будет. То есть, если вы феном там, переключаете холодный-горячий, или там нажимаете на кнопочку, и у вас идет такой прохладный воздух, или вы, в принципе, сушите только прохладным воздухом, то, я думаю, такого, собственно, не будет. Я, честно говоря, сушу достаточно обильно горячим воздухом. Ну и, соответственно, как и результат, что вы видите, моя расческа расплавилась. Поэтому я вам советую и настоятельно рекомендую, чтобы вы такого не совершили со своим любимым инструментом. Пожалуйста, держите его не так близко к фену. А то иначе вас ждет та же печальная участь, как в моей замечательной расческе. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Не грустите, ставьте мне пальцы, я буду очень вам благодарен. Всем точных стрижек, всем пока. Ах, да, и подписывайтесь на мой канал.